не будем стоять. Мы выступаем против войны. Вы поддерживаете войну. Здесь гуманитарная помощь. Я сам россиянин. Мам россиянин, тем более, здесь столько русских, здесь больше половины русских среди нас. Я не вижу ничего там, потому что здесь нет мероприятия. Вы русские? Я не поддерживаю. Человек обвиняет нас в войне. Я поддерживаю мероприятие. В чем проблема? Он сейчас сделал ложный вызов. На него человек будет? Вы готовы ответить за ложный вызов? Готов. Готовы? Готов. Хорошо. Тогда не уходите, мы сейчас все подпишем, что это был ложный вызов. Вы гражданин России? А вы с России откуда? Подождите, подождите. Подождите, вы гражданин России, поговорите с нами. У вас же есть претензия, подождите. Подождите, подождите. Подождите, вы гражданин России, правильно? Здесь Казахстан. Вот. Гражданин России, вы откуда? А что вы здесь делаете? Смотрите, гражданин России вызвал полицию. С какого города Колупи, вы приехали? Да? Колупи приехал, да? Вот заметно, но. Долларами, наверное, попользоваться приехали. Ну, да. Слушайте, вот я русский, да? Вы меня защищаете? Подождите.